Украины. И вот здесь будет какой-то вопрос. Это какая территория? Это территория. Все вот эти группы и отстойную. Там уже есть последний. Да, там активная еще. На протяжении последних минимум 5 лет этот вопрос актуальный, это вопрос, который на контроле у меня лично, у органов местного самоуправления, у органов власти Одесской. Жители улицы Хуторской особенно чувствуют на себя все прелести, когда проезжает большегрузный транспорт, груженные фуры в Одесский порт. С превышением скорости, к сожалению, не обошлось без того, чтобы там произошла трагедия. Дороги именно как раз по вине вот превышения скоростного режима, поэтому жители требовали от власти, городской власти прежде всего, запретить проезд машин по городским улицам большегрузных. Мы разработали схему движения, запретили въезд, но, к сожалению, на протяжении уже можно сказать 8 лет ничего не происходило. Порт так и не строил дорогу, и вот наконец-то это сдвинулось с мертвой точки. И сегодня в программе президента Украины «Велике будівництво» активно ведется работа, выделены колоссальные деньги из государственного бюджета, ведется строительство дороги, которая будет построена до эстакады, то есть фактически въезд в порт. Отдельная дорога, на которую мы планируем направить по схеме движения весь большегрузный транспорт, чтобы он не заходил в Одессу. Строительство планируем закончить в конце 2022 года, в декабре месяце, с развязками. Нам предстоит отселить так называемый лиманчик, те жилые дома, которые там есть. Поэтому создана контактная группа в лице районной администрации Суворовского района. Провели встречи, показали людям, какой пакет документов нужно подготовить. Из государственного бюджета выделяются деньги также на отселение данных людей. Параллельно со строительством новой дороги в Одесский порт разрабатывается сегодня проект разрабатывается строительство объездной дороги, новой объездной дороги, которая будет параллельно идти с существующей Хажибейской дороги. Хажибейская дорога сначала планировалась, чтобы на ее основе это делать, но просчитав, пока есть один из рабочих вариантов, это строительство рядом с ней дороги, новой четырехполосной дороги объездной, что существенно, во-первых, это необходимо город. Дамба, Хажибеевская дамба и дорога на ней останется как дамба, как сооружение, на которое также сегодня выделено порядка 27 миллионов и будут проводиться первоочередные ремонтно-аварийные работы. Надо подлатать дамбу в некоторых местах, на это выделены средства, мы это сделаем. А параллельно с этим разрабатывается проект, как я сказал, новой объездной дороги, параллельно Хажибейской. Помимо этого разрабатывается проект, который я надеюсь, что мы начнем реализовывать, это ОС, который позволит нам снизить уровень воды в Хажибеевском лимане, это восстановить или отстроить заново, это будет именно так, восстанавливать там особо нечего, но по пути старого румынского канала сделать водоотводящую систему, новую, современную, которая позволит нам снизить уровень воды, который постоянно в Хажибеевском лимане находится на граничной отметке. Вот такое муниципально-государственное партнерство в реализации важных для Одессы инфраструктурных проектов. Сегодня мы демонстрируем. И только от слаженных наших действий городской власти, государственной власти зависит успех продвижения данных проектов.